I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я буду повторять образ знойной красавицы Моники Белуччи. Вот из этого мы попробуем добиться Монику Белуччи. Лоб у нее высокий, скулы не широкие, в отличие от моих, поэтому я буду стараться вытягивать лицо. Я вычитала в интернете, что у нее расовый подтип медитеранит. Это значит, что у нее карие глаза, темные волосы и такая вкусненько-смугленькая кожа. Так как у Моники смуглая кожа, я возьму бронзирующий гель. И я нанесла немножечко бронзатора, который смывается потом водой. Нужно делать это аккуратно и до того, как вы наденете белую одежду. Макияж, который Моника делает, это почти всегда смоки и какие-то розоватые или коричневатые губы. А вот тут вот слева даже немного фиолетовые глаза. Чтобы убрать блескучесть, я нанесу такой вот праймер силиконовый на места типа лба. Не хочу сегодня очень блестящее лицо. И так, конечно, тональный будет ложиться намного ровнее. Буду наносить вот такие вот тональные крема. И вот такая вот жидкая тональная основа от Сенсая. Все это хорошо размешиваю. Получается реально прикольная текстура тонального крема. Взять небольшой спонжик и начать. Закрашиваю губы и оставляю их вот тут вот более розовыми. Хотя мы потом все равно будем еще вырисовывать, но обязательно тонирую уголки губ, чтобы вытянуть губы. Тонирую века. Теперь использую карандаш для бровей в достаточно темном оттенке, третий. У Моники закругленная бровь с акцентом вот на эту область, поэтому я пройдусь совсем немножко по телу брови, но закругляю и увожу вниз. Они все-таки обрамляют лицо. Самое главное, нельзя рисовать инстаграмные брови. Продашь апельсины, Так, вышло очень даже реалистично. Следующим этапом я беру гель для бровей. Он очень хорошо фиксирует брови, и набирать его нужно совсем чуть-чуть. И зачесываю. Этот гель просто железобетонный, и он делает влажный эффект на бровке. У Моники тоже разные брови, не нужно этого стесняться. Я сделала их максимально естественными. Перехожу к румянам. Их я буду наносить в кремовом формате. Это румяна Ила Маска. Красивый просто, прекрасный оттенок, который будет сочетаться со смуглой как раз таки кожей. Я сама не люблю румяна. Прикольно смотрится. Главное, с румянами не переборщить. Это контуринг. Он будет в таком очень холодном оттенке. Это Романова мейкап. И мою любимую козью лапку. Я рисую низкую скулу, и это может добавить чуть-чуть возраста, но мне нужно убрать объемы, и как-то это делать необходимо. Не сильно низко, но достаточно. Обычно я прям рисую по своей скуле. Светлой пудрой прохожусь возле носа. Подсекаю чуть-чуть скулу. Нос Моники, наверное, будет самая сложная для меня часть, потому что, ну, посмотрите на мой нос, его нужно скорректировать и превратить в очень узенький. Тем более у нее есть небольшая горбинка. Вот такой вот носик у меня получился. Также я скорректировала еще больше лицо. Вот тут вот добавила контуринга на скулы. Если где-то он выглядит пятнышками, то потом можно зафиксировать спреем, потому что макияж имеет такое свойство, как усаживаться. Чтобы повторить знаменитый распахнутый взгляд Моники Белуччи, я не должна щуриться, зрение у меня минус один. Появляются мимические заломы, я постоянно это вижу на фото, если я без линз.
поэтому я надену контактные линзы. Это линзы ежемесячной замены Biofinity Energys. Они идеально подходят для таких людей, как я, потому что помогают справиться с цифровой зрительной усталостью глаз, когда глаза сухие и как будто бы песок насыпали. А преимуществом этих линз является высокая кислородная проницаемость и обильная увлажненность всей поверхности линзы. Высокая кислородная проницаемость помогает сохранить здоровье и белизну глаз, что добавит блеска и свежести взгляду, чего я и хочу добиться, чтобы точнее повторить образ. Ведь очки не всегда могут красиво смотреться и подходить по стилю. Поэтому линзы могут стать палочкой-выручалочкой, ведь здоровье глаз — это означает уверенность в себе. Вот и все, я надела линзы, и можем переходить к дальнейшему макияжу. Узнать больше о линзах Biofinity Energys от Cooper Vision вы можете, перейдя по ссылке в описании. Я перехожу к макияжу глаз и буду использовать черный карандаш. У Моники не спадающие века и не сильно большие глаза, поэтому я буду рисовать стрелку, которая опущена вниз, и проходиться по ресничному контуру. Если вы помните макияж Софи Лорен, тут примерно я хочу добиться того же самого, то есть я рисую себе уголок на кончике глаза. Теперь я беру кисточку Паоло пушистую и начинаю подтушевывать эту стрелку чуть выше. Стрелка получилась очень необычная, я оставила немного пространства под глазиком, и он получился как лепесточек. Я не хочу останавливаться только на стрелках, я возьму вот такую вот палетку от Lime Crime. Эта палетка называется Venus Immortalis, как раз такая итальянская тема проглядывается. Тут красивые цвета, поскольку я повторяю образ Моники из нулевых, я добавляю белый, смешивая с бежевым цветом под бровь, совсем чуть-чуть. Вот этим вот блестящим оттенком я пройдусь по нижнему веку. Так, хочется чуть-чуть теперь теплости. Добавлю немного бронзера от Anastasia Beverly Hills. Такая странная палеточка. Теплоты этому образу. И посмотрю, что наносить в качестве теней. Теперь беру кремовые коричневые тени от бренда Mina. Набираю немножечко этого оттенка. Это такой коричневый, немножечко бронзовый даже. Уже что-то вырисовывается. Надеюсь, я похожа на ту самую фотографию. Слизистая глаза от линзы реально отбелилась. На некоторых фотографиях Белуччи я заметила, что у нее такое небольшое лиловое сияние. И она любит лиловые тени, так как у нее карие глаза. И они на самом деле очень подходят. И я хочу добавить немножечко чего-то эдакого, поэтому добавлю этих лиловых теней. Добавлю немножко консилера Armani, прям мизинчиком беру это все. У Моники очень длинные реснички, я буду использовать керлер. И тушь Saint Laurent. Я буду использовать реснички от Catrice, они на вот такой вот леске, и клеить клеем Duo. Если смотреть фотографии, то, как правило, Белуччи не используют накладных ресниц, но чтобы попробовать добиться другого разреза глаз, я использую накладные ресницы. Мне нравится образ Белуччи в фильме «Малена». На самом деле, очень жестокий фильм. Промасливаю всю ресничку клеем. Француженки настоящие, хоть она и итальянка, но муж ее, Винсент Кассель, француз, не носят накладные ресницы и прочее, вообще ничего неестественного. Но поскольку у нас такой более театральный уже образ, киношный, я наклею себе ресницы. Губы. Для начала я буду, естественно, использовать карандаш, чтобы сделать форму губ Моники. В моем случае с этим макияжем я буду делать более нюдовые губы, хотя она почти всегда носит ягодные. В прошлом видео, где я повторяла макияж Моники, я сделала вообще красные и ягодные губы, поэтому сегодня я буду делать немножечко кофейные. Она иногда может быть вообще почти что без помады, с каким-то легким блеском. Я сокращаю свои губы, насколько это возможно.
Сейчас я возьму и растушую этот оттенок карандаша. Это шик, оттенок гарда. Ну, когда появились губы, сразу же уже все стало достаточно понятно и ясно. Можно оставить прям так, а можно добавить блеска. Этот карандаш идеально подходит для того, чтобы скульптурировать губы. Вот такой вот получился результат. Очень нравится мой образ, не хватает немножко хайлайтера. Но у меня есть вот такой вот блеск от Oriflame. Я наберу немножечко на пальчик, он такой коричневатый, и просто увлажню губы. Он не должен сделать хуже, он просто придаст сияние. И как легкое увлажнение как раз подойдет сюда, потому что губы ее почти всегда сияют. Хочу нанести еще немножко сияния, это хайлайтер от Jeffree Star, рассыпчатый. Ладно, возьму даже вот такую вот кисть, чтобы просто добавить сияшки и поиграть с этим макияжем. Возможно, вы даже ничего не заметите, но мне прям не хватает этого. Потому что не хочется, чтобы был запудренный эффект, хочется, чтобы макияж жил. Это вот такая вот пудра. Да, действительно, она очень вкусно пахнет, и макияж сразу же ожил. Можно ее крышечки собрать. Наш аккуратненький носик. Вот такой вот макияж у меня получился. Если вам понравились какие-то лайфхаки, берите на заметку. Если вы будете повторять макияж Моники Беллуччи, не знаю, зачем мы это в реальной жизни, но отмечайте меня. Я постаралась сделать это максимально натурально, но не просто подвести ресницы и все. Но надеюсь, у меня получился необычный макияж, а я хотя бы чуть-чуть похожа на Монику. Не стала рисовать себе жесткий какой-то контуринг. Все это, короче, старалась свести к реальному макияжу, который я могу повторить потом. Вот, блин, ну Моника, конечно. Ну что тут сказать, Моника неповторима. Сколько бы я ни пыталась рисовать ее форму глаз, ее форму бровей, она, конечно, просто восхитительна. Честно говоря, не завидую новой жене Винсента Касселя. После Моники я даже не представляю, как можно себя чувствовать, но надеюсь, что она не такая закомплексованная, как я. Недостижимая красота, и надеюсь, она об этом на самом деле не думает, это я все шучу, но, блин, как есть. Моника признанный идеал красоты, и как бы спорить с этим бессмысленно. А с вами была Даша Кей, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будет мне очень приятно повторять макияжи и все такое прочее. Пока-пока! Пишите в комментарии, кого повторить в следующем образе. Повторение макияжа через год. Не, на самом деле, стараюсь, все нормально будет, не волнуйтесь. Я иду спать, потому что идеальное время, когда я люблю снимать видео, это ночь. И именно поэтому с этим макияжем я иду спать.